Предлагаем вашему вниманию обзор винтового воздушного компрессора Camara XB7.5 с давлением 8 атмосфер. Серия Camara XB – это аналог знакомой ранее вам уже серии SB, только она с немного удешевленной упрощенной конструкцией и с прямым приводом. Вот мы смотрим, блок управления остался тот же у нас. Электропусковая аппаратура фактически та же. У нас поменялся электродвигатель, по сути, другой IP у него. И система прямого привода вместо ременного. Винтовой блок остался, по сути, тот же. Если обратить внимание на характеристики, то прямой привод, конечно, чуть-чуть поменьше производительности дает в сравнении с ременными. Но ременные, по сути, являются разогнанными. То есть там винтовой блок работает совершенно на других оборотах. Вот так мы сейчас вокруг обойдем и запустим. Работать он у нас будет на пневмоглушитель. Некое подобие подпора или работы сжатому воздуху. Видите, шумоизоляция здесь нанесена только местами. Опять же, упрощение конструкции. Итак, запускаем. Компрессор очень быстро вышел на заданное давление, сразу же уходит в разгрузку, начинает циклично работать. Что могу сказать от себя? Достаточно тихо работает благодаря прямому приводу, даже при том, что сейчас он у нас является открытым. Компрессоры неплохие.